входовую дверь поставить, чтобы каждый зашел, каждый приходил, написал, да, нажал номер квартиры и сказал. Так, скачал эту игру, не могу понять, как тут что делать надо. Вот у моей сестры с братом, знаешь, мы, вот же моего же, ну. 2023 года. Моя же вот. В смысле? Моей сестры. Я еще ж не выбрал. Отцу, ну он же чисто военный, ему дали квартиру четырехкомнатную. Вот. И, ну, короче, не четырехкомнатную, там еще есть четырехкомнатную, короче, ну, трехкомнатную дали квартиру. Вот. И, короче, ну, кажется, такие хорошие, знаешь, квартирка такая вот. Ну, игра лагает, конечно. Вот, у нас мальчики здесь. Вот. И, короче, я не могу понять, вот, как ее играть, эту игру. Машине, то есть у них не машина, она, блин, сетевая почему-то. То есть набираешь, да, номер квартиры сразу там, на, ну, там такая вот, как в виде кнопки есть, да, там. И сразу в домофон говоришь, дверь открой, и все. Вот и все. И там он нажимает кнопку, и дверь открывается, и заходишь. Поднимаешься туда, куда тебе надо, на какой этаж. Вот так вот. Тоже было так, надо бы тоже так в подъезде бы сделать бы, да. Сделать бы, да, ремонт, вот эту дверь кодовую поставить, во всех квартирах эти кодовые поставить. Ну, пусть будет. Нажал кнопочку, да, тебе сказали, открой дверь, вот, все, нажал. Так, что тут дальше подтвердить? Ну, подтверждение, а? В смысле? Было бы классно, конечно. Зато никто, как говорится, зато никто не никакие. Да-да. Ты там на кнопку нажимаешь, все, там уже не электронное. Но есть, конечно, какие-то домофоны электронные, но там на кнопку нажимаешь. Вот это. Так. Дверь открыл, зашел. Зато никто даже не зайдет. Никто даже зато в квартиру, допустим, никто никакой не зайдет. Лишний в подъезд. Пока кто-нибудь там сверху. Хей, вы знаете, что я нажал? Так, скоростная контакция. Забыл, как называется. Ну, конечно, сложно будет людям тем попасть в квартиру, у кого, например, вот нас, например, соседи, вот там надо мной, вот там тоже, они как бы не часто сюда приезжают. Блин, вот. Тут джойстиком надо. Вот так вот. Она сетевая. Она, когда они, получается, приедут, это, получается, мне нужно идти туда, в эту квартиру. Вот, мне ключ от квартиры. Вот. Идти туда, в эту квартиру, нажать кнопочку, чтобы открыть им дверь. Ух, тогда мне задача будет. Как тут графику поменять? Куда туда, блин, ехать в квартиру, чтобы кнопочку нажать, чтобы дверь у них открылась. Это что? В смысле, интерпрежок, а не идиоты. Танец, это эмоции. Да, это хорошо, да. Собственно, в доме жить, это, конечно, хорошо. Ага. Я с тобой согласна полностью. А где эти эмоции? Например, это. Ну, знаешь, честно, люди здесь даже у нас в селе, хотя, ну, знаешь, такое село, как бы, ну, небольшое. Ожидание подключения. Иди ты в жопу со своим ожиданием. Это не мат. Поклон. Вот, и, короче... Bluetooth соединение установлено. Два раза иди туда. Знаешь, даже нас здесь, даже это... в селе... Даже умудряются, даже кодовые замки, кодовые, чтобы, ну, с кодом вот этим же.
Вот. То есть с домофоном даже умудряются даже просто, допустим, да, человек, например, поменял, да, там, забор, и даже умудряются на забор поставить имена с кодовым, типа с домофоном, понимаешь? Даже люди есть такие, которые... Даже есть такие у нас люди. Еще такие, блин, заборы, короче, ставят высокие. Начнем с того, что даже куда люди, как ну, да, нифига не люди, короче. И давай, типа, еще вдобавок. И замками еще этими формами, короче, или домофонами до конца. Вы там, у вас там что? Это, у вас там что, святое, что ли, что-то там? Что, украсть нельзя? Те люди, которые, если найдут украсть, они все что угодно сделают. Им даже любой домофон не помешает. Короче, хватит.